Всем здоров, с вами Срок. Я продолжаю играть в Assassin's Creed Most Wanted. Это уже третий босс. В предыдущем выпуске прошел JV, он был четвертый. Это на Сироне, тут нужно 5 побед, 8 побед, 5 мили. Общую награду 5,5 миллионов. Я у JV забрал машину, вот она, я уже ее покрасил. Ну, в предыдущем выпуске вы должны это были видеть, смотрели. Это Dodge Viper, кто не знает. То вот так. Начнем, как обычно, с гонок. В общем, спринта. По порядку будем. Я уже сделал небольшой как тест-драйв. И машина как на меня получше, чем корвет. Более управляемая, так порезче. Ну и ничего, такая разничная гонка. Потому что я на Need for играю раз в 3 дня, раз в 2 дня. Немного не вошел, так, 60%. Что-то сбивается на своем пути, нужно поаккуратнее. Тут уже финиш, скоро строй, сейчас будет финиш. Да, уже финишная прямая. Вот видите, на километр уже 215. Да, вот влево, очень криво. Сразу играем вторую гонку. Так, на вылет. Круг, покров, 4. Спринты, сколько спринтов? Раз, два, три спринта. Попробуй драх. Thank you.
сука, падла, прям перед финишем. Да ну нахер. Короче, я не смог пройти драк. Это просто драч, а не вид гонок. Я не могу говорить, я рак в драге, полнейший причем рак. Не знаю, сыграть толбут. Сыграю толбу, что ж поделать. Я успеваю даже без них, да? На Верочку. Ух ты, что это? Пиздец. Это что такое? Нужно спешить. Ну. Фух. Успел. Пиздец. Какой я рак, я просто рачина. Рачьё. Секунд. Так куда я еду? Пиздец. Ёбаный. Секунд. Две, одна. Приплыли. Приплыли. Просто пиздец. Рак. Я начал драг заново. Уже прошел полтрассы. Ну, это как бы вы не видели. Две. Два толбота. Драх, какой драх. Толбот и заново начал, два толбота я проехал. Теперь еду на тот. А тут точку, где у меня времени не хватило. Сейчас я должен вложиться. Просто должен взять и вложиться.
опять я врезаюсь, долбоёб, слепой. Времени все меньше и меньше. И как можно не вложиться? Как? Вот как? Ебать, да идите нахуй. Я не смог пройти. Пол бы что-то у меня не получается, не знаю. Пробуем спринт. Входим в поворот нормально. В простейший поворот я уже не могу войти. Это чем дальше, чем ближе к концу, тем больше я рак, я заметил. Входим нормально в поворот. Есть спринт, две гонки есть, смс-ка. Понятно. Давайте стираем третий спринт. Пиздец.
Фух, это пиздец. Ёп. Так, я все запас времени. Есть у меня запасик небольшой. Теперь надо отрываться от них. Половина пройдена. Красиво прошел я. Прямая дорога на Нитро. Фартануло мне. Не догоняют. Так, сейчас надо нигде не запороть. А я уже запорол. Срезал называется. Третье место, если заработал на призы. За 20% до конца. Это я так могу пока. Вот она прямая. Сейчас все будет. Ты же сказал, что сейчас все будет, пожалуйста. 5%. Вот все. Все спринты пройдены. Так, пробуй сорвать радар, тоже проще. Как здесь, придется. Прям средний. Ну, перемотай. Где? Пидара. Иди сюда, давай. Как бы все. Нихера себе ты, голова. Вроде бы все. Все. Да, с ментов я оторвался теперь. Сыграем. Ух, ехать, я врезался. Так, нужно 158. Радар. Сто пятьдесят восемь, вот в самый раз. Пиздец. Ладно, это выпуск гонок, я должен играть гонки. Так что играем гонки. Играйте радар. Первый радар.
135. Второй уже 143. Ну, вот так только я могу врезаться. Никто никогда так не врезается. Ну, я могу. Я второй. Отлично. Не удивлюсь, если буду третьим. Можно было срезать, но... Ну, пожалуйста, вон, как все нормальные едут. Ну, я второй, это даже не обсуждается. Блять, еще бетонный межа, блядь. Пиздец! Получше, однако. Восемьдесят восемь. Отлично. Ладно, главное первым приехать. А, все, просрал. Копать, да ну нахуй! Так, я пробую. Радар. Угу. 158. Пробуем, да, выпуск, конечно. Дичь, просто дичь. Ух ты, ёбаный. Это дичь. Ладно, пробуем 139. Ну, да, вряд ли я пройду. Как? Заново. Так, пизду это все, год играем. Так вот. На вылет, радары. Брать радар. Ну вы в принципе этот радар видели, его можно уже не играть. Фух,
Ребят, это пиздец. Я вообще что не в духе, надо еще одну гонку и завязывать, потому что эта мафия реально не идет. Реально, круговую. Погнали. Круговая, наверное, выйдет. Радует меня это как-никак. Так, я впереди. Если не выйдет. Это у нас двое остается, потому что третий там уже забуксовал. Второй круг не ответ, уже у нас тогда я тебе прохожу. Может, вторым приеду. Ну, третий нам что-то стартанул, потому что это уже не дело. Так, не огня. Нет. Так, у нас сразу хром выбор. Я заносит.
Вам теперь Ливерпуль потерял. Мои невидимые повороты. Ну я это умею, вы знаете. Лучше всего получается. Попали к нему. Так. Нет. Ну да, все есть. Ой, это просьба. Это выпуск. Это лайтовый какой-то. Дичь какая-то, не выпуск, мне он не понравился. Подписываемся на наш канал с Фанни. Лайки. Ну, смотрите нас, а там уже лайки пойдут. До скорых встреч, с вами был Срок. Всем пока.